Добрый день всем! Сегодня Новый год мая, и я хотела сказать, что сегодня можно делать. Расклад я выставлю чуть позже, сегодня успею. Сегодня можно именно вернуть судьбу, поменять судьбу, привлечь себе счастье. День исполнения желаний, и день поворота, и день уничтожения врагов, о которых вы мечтали. Самый заветный. Даже птица кричит за окном. Такая странная. Подтверждение, в общем-то. Животные очень часто подтверждают наши слова, наши мысли, наши действия. Так что попробуйте, какие вам помогут, в общем-то, события заложить это. Вернее, ваши просьбы, ваши ритуалы. Делайте на желания, прекрасно сработают. На возвраты и повороты. Это такой же Новый год, только гораздо более древний, намного, ему тысячелетия. Так же, как и зороастрийский. Он же Новый год очень многих народов, тех же финикийцев. Вы представляете, какая это древность? Это тоже очень-очень древний Новый год, ему много тысячелетий, и насколько он сильный. Что магия майя очень сильная, это тоже вы знаете. Ну, вот это так очень кратенько. И не прощаемся, я выставлю расклад, вы поймете, что вам особо хорошо пойдет. Но, в принципе, речь идет о заветных желаниях и расправе над врагом и возможность вернуть себе судьбу. И сколько долго это действует, я уже сказала, это месяц. Так что вы в любом случае успеете. Как стандартный Новый год, ничего тут не меняется.